Обучение пожарной безопасности и оказанию первой помощи не в теории, а на практике. Студенты Раменского прошли уникальный интенсив на площадке промышленной группы «Векпром». На территорию компании около 40 студентов колледжа прибыли ранним утром, где им провели положенный по технике безопасности инструктаж и сопроводили в демонстрационный зал на экскурсию. Ребята с большим вниманием наблюдали за работой более 100 единиц высокотехнологичного промышленного оборудования и роботизированных комплексов. Да, у нас есть здесь много такого оборудования, которое мы, во-первых, подставляем под проекты заказчика, то есть когда нужно делать какие-то оригинальные детали, для которых специально проектируются станки. Это очень много касается, ну, во-первых, роботов, во-вторых, автоматизации сварки лазерных технологий. Когда нужно сделать такие детали, которые, ну, в каком-то степени сами по себе уникальны, для них, соответственно, уникальные станки. Меньше теории, больше практики. Такому принципу соответствуют все интенсивы, проводимые компанией «Векпром» для студентов. Будущие профессионалы охотно делятся своими впечатлениями от экскурсии. Очень интересно, много нового узнаем. Но не везде увидишь такие дорогие аппараты. И не каждый человек может что-то про этот аппарат рассказать. Да, такие экскурсии очень полезны для ребят. Они смотрят на производство, знакомятся с будущими местами работы. В этот раз был выбран уникальный формат мероприятия. Знакомство с оборудованием совместили с практическим занятием по оказанию первой помощи и ликвидации открытого огня. Ребята в защитной одежде тушили пожар, учились делать искусственное дыхание на манекене и приобрели другие полезные навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях на производстве и в жизни. Мы очень часто приглашаем сюда студентов, и не только из Раменского, из Москвы, из Бауманки в том числе. Одна из наших целей – это развитие кадров. И мы хотим, чтобы молодые ребята заранее увидели, что их ждет в будущем, выбрали свою профессию, посмотрели, как здесь на самом деле все это интересно, ну, завлечь их в свои сети. Учебно-методическую инициативу поддерживает и Комитет по образованию администрации Раменского городского округа. Спасибо огромное всем нашим коллегам, нашим учителям, нашим кураторам за их неравнодушие, за их вектор и ведение вас в ту профессию, которая вам могла пригодиться. Я желаю вам удачи, интересной плодотворной работы. На мероприятии также присутствовал директор Раменской службы спасения, экстренного реагирования и предупреждения ЧС Виталий Столбов. Тот формат мероприятия, который вам организовали на этом объекте, надо сказать организаторам огромное спасибо, потому что вам дают возможность познакомиться с самым современным технологическим оборудованием. Студенты Раменского колледжа уже не в первый раз получают практические знания на площадках компании. В 2023 году обучающиеся второго курса направления технология машиностроения изучали работу современного металлообрабатывающего и сварочного оборудования в демозале промышленной группы «Векпром». Компания продолжит развивать взаимодействие со студентами. По словам генерального директора Вадима Фролова, каждый раз общаясь с участниками интенсива, убеждаемся в том, что это прекрасное нестандартно мыслящее поколение, которое предложит не одну инновацию и внесет большой вклад в развитие технологического суверенитета России. Екатерина Морозова, Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.